Сегодня появился комментарий, какая сейчас погода, как это чувствуется. Ну как, касаемо этого отеля, раз уж мы здесь, в этом отеле, то здесь постоянный ветер, это освежает. Если ты вышел из моря, тебя обдувает, и тебе еще прохладнее. Ну вы поняли, где самое райское место в этом отеле. Кто здесь будет, однозначно сделайте то же самое. И пришлите, конечно, нам, а мы выложим в какой-нибудь следующий ролик. Ну и посмотрите, в каком мы, можно сказать, раю. Музыка появилась, движуха прям на бассейне. И людей немного. А звук есть, счастье, радости, веселье. Да, люди сильно загорелые, очень сильно загорелые. Потому что, кроме как загорать, особо-то и делать и нечего. Собственно, можно либо поесть вот в этом снэк-баре пиццу, либо на обеде, но у вас один шанс за день выбрать, где вы это сделаете. Поэтому на All Inclusive выбираешь, здесь или там. Мы уже поели там, поэтому здесь нам остается что? Нам остается только пить без закуски. Чем мы сейчас и займемся? Если ты папа в семье, конечно, тебе нужно сходить на ресепшн и принести оттуда еду. Потому что именно там сейчас находится еда. Thank you. Okay. Угу. Ну, в общем-то, вот и перекус. Три кексика, которые я взял, и мы пойдем и поедим. Жена, у меня для тебя что-то есть. Я их стюк не хочу есть. Да? А даже если бы хотела, это бы ничего не изменило. Ну давай же, разворачивай. Это вот перекус, разворачивай. Да? Перекус. Хлебушек. Это так мило. Какой же хлебушек? Ты что? Что это? Кекс? Это? Три косточки. Кекс? То есть это перекус 4 до 5? Как мило. Лучше пиво. Ну, друзья, как здесь не накидаться, вы скажите. Но, правда, я сосудорасширительный, сейчас пью чаек. Пока тебя не было, были аниматоры, и они потанцевали под одну песенку. Али-оли-оли. А сына выгнали. Но другой аниматор с детьми играет, с мячиком их развлекает. Прям, сколько мы им подходили сегодня, каждый раз он там с ними играл. Я потом сына отправила туда, говорю, иди к детям. Это, видимо, кидс-клуб в действии. Ну, возможно. Ну, детям весело, там сильно весело, немножко поиграет. Ну, три корочки хлеба, это жесть. Мы подходим к детскому клубу. Вот и не можем понять, работает или нет. Слева от нас бассейн, те самые малюсенькие лежачки. Это самое очаровательное, что здесь есть. По всей видимости, мини-клуб не работает. Алло? Двери просто прикоснуться невозможно. Они черные и нагрелись. Переходим в режим заброшки, включаем томную музыку и разговариваем шепотом. Десятки детишек просто играли здесь, в этом клубе, и сейчас нет никого абсолютно. Окна покрыты пылью. Какая-то одиноко висящая игрушка, когда-то заботливо сделанная руками, посмотрите, степлером. Скреплена, лежит одинокий пульт от кондиционера, без батареек. Батарейки когда-то были, но их уже забрали. По всему помещению запах туалета, потому что здесь открыт туалет. Посмотрим. Представляете, еще есть электричество. Если прислушаться, то можно услышать звук гудящей лампочки. Подсобка. Показалось, кто-то пришел. Перекрыто.
ждем. Закрою двери, чтобы услышать, если кто-то войдет. В подсобке стены изрисованы. Еще трубы не срезаны добытчиками железа. Еще счетчики не срезаны добытчиками счетчиков. Множество разных флагов. Для чего они здесь? Неужели, чтобы вот так делать? Десятки штор, которые уже никогда не услышат детского смеха. Никогда на этой неделе. Коробка с чьими-то работами. Может быть, кто-то посмотрит и увидит свою работу со словом «Кензи». Капли пота по моей руке стекают. Посмотрим, что в этом помещении. Очуметь. Ребят, шутки в сторону. Десятки просто коробок с инвентарем для Нового года. Обалдеть. Кресло Деда Мороза, по-любому Деда Мороза. Арка для какого-то декора. Множество покрытий. Какая-то качелька. Ёлка, которая прям, ну, не очень уже. Дверное украшение Merry Christmas. Чья-то кепка, когда-то забытая, оставленная здесь. Неужели это куски папируса? Планшет, на котором когда-то какой-то малыш нарисовал перманентным маркером цифру 1, 2, 3. Шляпа. Скорее всего, кого-то из сотрудников, который когда-то здесь был. Мишура. Игрушка для елки. Странно во время такой жары видеть новогодние украшения. Я желаю ему, чтобы он как можно скорее открылся и увидел своих постоянных обитателей, как аниматоров, так и детей. Ну, вот так вот неожиданный контент у нас получился. Не перестаю восхищаться этой многоярусной с примесью зеленых насаждений архитектурой. Три куска хлеба, которые мы раздобыли для нашей семьи, их унесли, пока я снимал в мини-клубе. Причем стакашки, грязные стакане оставили, а еду унесли. Это вообще что? Как? Thank you.
Маша в роскошном платье в пол. Мы выходим из нашего номера и видим красивую цепь фонарей где-то там вдали. Хотелось бы их попробовать, может быть, завтра с утра попробую, потому что да, несколько островов налево и есть несколько островов направо. Несколько это туда три и туда три. Здесь супы, макарончики, рагу из фрикаделек, ну, из фарша, считайте. Картошка. Филе рыбы, картофель по-восточному, макарошки с бешбермелем, курица с кускусом. Кальмары в панировке, малахия и печень с чесноком. Угу. Я уже нашел, что хочу точно попробовать. Это малахия, печень с чесноком. То, что нигде никогда не найду, кроме как, наверное, здесь. Из фруктиков арбузы, финики и один апельсин. Здесь можно миксануть. Макарончики сделать, есть картофель фри, есть рыбная, рыба в панировке и остров с закусками, остров с салатиками, чуть-чуть буквально сыров и немножечко овощей. В принципе, это и все. С одной стороны, мне нравится делать здесь быстрые обзоры, с другой стороны, есть не так уж и много. Включу фонарик, потому что здесь темно. Буйство невиданных блюд. Маша сейчас разбавила вот этой нелепостью. Это кальмар в панировке. Посмотрите, вот это малахуя. Египетское что-то национальное интересное. Ну и печень с чесноком. У Маши необычное сочетание. К слову говоря, ребят, все блюда у нас на столе, практически все. Ну, понятно, риса нет, хотя у тебя вон рис есть. У Мирохи есть макарошки и огурчики. Вау. Это что-то... Малахуйное. Вот. Смех смехом, а это вкусно. По вкусу, как перемолотые опята с вот в этом соке из-под опят маринованных смешанным, только пожиже. Это вкусно, друзья. Очень вкусно. Мироха попросил слово. Какой вкус там? Как будто куча сахара есть. При входе на ужин нам сказали, что-то здесь будет, какое-то мероприятие. Живая музыка в 9. Живая музыка в 9. Да, вид вообще, конечно, бомбический. Гости уже занимают места, некоторые сидят за столиками. Ну как, один человек за столиком сидит и все. Дети катаются на самокатах. Кажется, там тоже бар, то что подсвечивается. Надо сходить посмотреть. Я вижу там людей, которые шевелятся. Да, жрут. Это ж надо так жрать-то, а? Это даже не как мы, но инклюзив. Это прям, ну я про комаров. Ну, здесь можно с красивым видом нажраться. А что тут еще делать, друзья? Загорать до черна. Мы сегодня видели такую черную барышню. Это, знаете, сапоги кирзовые позавидуют. Вот мы и на баре. Посмотрим, есть ли здесь
что-нибудь из напиточков. Ух ты, какое красивое место. Какой красивый пляж. Насколько здесь все ярко подсвечено, настолько здесь выколи глаз темнота просто. Фоточки бы сделать, да неохота. Ну, выяснилось, что этот бар только экстра дринк, только платные напитки. Маша созрела поделать фоточки. Ну, это не точно. Ну и пусть поделает, а я пойду. Ладно, чувак, где мой супружеский долг? Смотри, кто это бежит. Сейчас подсветим его. Так, 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 так. Быстрее, быстрее. Он здесь. О, вот это таракан. Смотрите, какой. 3 сантиметра. Не знаю, имеет ли смысл заснять детскую тусовку, но засниму, почему нет. танцевались, хватило половины песни и вынуждены откланяться, потому что, ну, это больно слушать и еще больнее, когда тебя искусали комары и уже час нас это делают, час. У меня нога левая уже больше, чем правая. Все, линяем.